Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 35 на странице 18 рабочей тетради по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте, подчеркните в каждом предложении грамматическую основу, выпишите словосочетание. Первое предложение. Тихо падают с берез осенние листья. Предложение говорится про листья. Это подлежащее. Они падают. Это сказуемо. Теперь выпишем словосочетание. Первое словосочетание нам уже выписали. Листья какие? Осенние. Падают как? Тихо. Падают откуда? С берез. Второе предложение. Лучи солнца ярко осветили лесную поляну. Предложение говорится про лучи. То, что они осветили. Лучи чего? Солнца. Осветили как? Ярко. Осветили что? Поляну. Поляну какую? Лесную. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.